Приехали в Сердобск на скважину. Прибыли. Там водокачка. Не знаю, работает она, нет. Так, копаем при ямке. Здесь будет стоять установка. Один приямок, второй приямок. Улыбочку. Ставим лайки, подписываемся на канал. Ссылка будет в описании под этим видео. И номера телефона. Процесс сборки установки. Собрали установку. Утро, машина стояла. Ждем воду. Вот тут с водой какие-то проблемы. В общем, решаем. Можешь цеплять, ехать за водой. 10 минут назад. Да, летом. Назад едешь. А летом все просто. Короче, едем за водой. Соседи здесь воду не нашли, соседи все заперты. Вот только собака есть. Едем в колонку. Колонка тоже что-то медленно, говорят, набирает. Ну посмотрим сейчас, начнем Час будем набирать, наверное, не меньше. Ждем. Набрали воду. Поехали. Рабочая суета. Все готовятся. Собрали установку. Колесо на тачке прокололи. Отогреваем трубы. Зимой, в общем, бурить. Всякие проблемы. Вода замерзает. Давай, Андрюха, мы в тебя верим. В общем, уже, наверное, полчаса мы с ней боремся. Давай, давай, давай. О-о-о! Ну, наконец-то. Трехлопастной бур с центратором. Первую штангу прошли.
Погнали вторую. Приехали на место. Второй день. Солнышко светит. Ожидаем Андрея с водой. Вроде как набрал. Должен скоро подъехать. Приехала. Сейчас чем работать. Подмешиваем в раствор бентонит, чтобы он был более густым и держал стенки скважины. Итак, все 51 метр. Подъем, спуск, закручивание, раскручивание штанг. Рутинная работа. Прошли 10 метров. Отметим это чаем. Камни. Андрей залазит на редуктор для того, чтобы создать давление на грунт, на камни, чтобы побыстрее пройти. Но камни не сдаются. Они мучают установку, она подпрыгивает, раскачивается из стороны в сторону, дребезжит и, кажется, вот-вот развалится. Третий день работы. 42 метра прошли. Сорок девятый метр, почти 50. Такая зеленая субстанция. Кажется, хотят на бубанец санаторий, живые ванны, правда? Второй пошел. Подготавливаемся к промывке скважины. Промывке водоноса, чтобы отмыть его от бентонита. Как бы раскупорить. Эх, ни хрена себе, оторвалась, но завелась. Вовремя отошел, да? Замотать надо изолентой.
четвертый день. Приехали. Электричества на объекте нету. Работаем от генератора. В общем, пробурили 51 метр. 54. 54, да. Пробурили 51, обсадили. 51 обсадили. Вот такая вода идет. Вчера она вообще была как нефть. Сейчас уже почище. Главное, что она не кончается.